Что произошло в номере? Распродажа. Поимел со скидкой твою жену. Земля, это ЛМ-22, как слышите? МС-1 – это единственная тюрьма особого режима, в которой полностью исключена возможность побегов, беспорядков и насилия среди заключенных. А вот и наши клиенты. Впечатляет, правда? Не то слово. У него пистолет! Господин президент, на МС-1 произошло ЧП. Тюрьма захвачена заключенными. Там сейчас моя дочь. Оттуда ее сможет вытащить только один человек. Кто? Веселенький отпуск. Беру пару пушек, лечу в космос, штурмую неприступную орбитальную тюрьму, спасаю дочь президента, если она еще жива, и обратно через толпу психов. Раз плюнуть, я в деле. Слышу тебя, будь осторожен. Да, зря я бросил колледж. Кто тебя прислал? Твой папаша. Папа? Он просил что-нибудь передать? Да, он тебя не любит. Ты же сказал, что тут не опасно. Спокойствие, все идет по плану. Это уже лишнее. Могла просто сказать спасибо. Станция начинает падение на землю. Если не пустите нас на борт, мы начинаем штурм. Возьми яблочко и ствол. С чужими не говори. Стреляй по ним. Пролом. Кто говорил с тобой по телефону? Его зовут Факью. Серьезно? Он китаец.